17 декабря. Провинция Дамаск. В провинции Дамаск продолжается выполнение контртеррористической операции по освобождению города Ябрут от банд фронта Аль-Нусры и других террористических группировок. Следует отметить, что здесь у исламистов находятся в заложниках 13 монахинь из Маалюли, захваченных в монастыре Святой Феклы. В настоящее время от бандитов очищены пригороды Ябруда и дачные участки, находящиеся в районе города. Проводится тщательная проверка освобожденных районов, в ходе которой обнаружены пусковые установки для запуска самодельных ракет, подземные ходы и укрытия бандитов. Обезврежено множество установленных самодельных взрывных устройств. Местные жители рассказывают, что в пригородах Ябруда было очень много террористов, в том числе и иностранных наемников. В этих домах жили бандиты из Саудовской Аравии, Ливии и других стран. В округе все магазины и жилые дома были ограблены полностью. Они воровали все, что могли унести, вплоть до посуды. Выполнение операции продолжается. В город Аль-Набек приходит мирная жизнь. Уверенные в победе сирийской армии, в город продолжают возвращаться мирные жители, вынужденные покинуть свои дома и спасаться от зверств террористов. Все чаще на улицах слышны голоса детей. В эти холодные месяцы власти делают все, чтобы в первую очередь отремонтировать жилые дома, восстановить разграбленные государственные учреждения, школы, а также электро- и водоснабжение разрушенного города. Специальные команды продолжают тщательную проверку территории. Обезврежено большое количество самодельных взрывных устройств. Обнаружено множество легковых автомобилей, украденных у мирных жителей и находящихся в розыске. В провинции Дамаск, в городе Дер-Атия, недавно освобожденном от банд фронта Аль-Нусры, также проводятся восстановительные работы. Энергоснабжение города и водопровод восстановлены. Сейчас идет ремонт жилых домов, школ и местной больницы, само здание, которое сильно пострадало во время штурма террористами. Мирная жизнь налаживается. Агентство «Анна Ньюс», Марат Мусин, Игорь Надыршин, Василий Павлов, Виктор Кузнецов, Сирия.